В муфтияте Дагестана снова начал работу отдел примирения, в котором помогают решать конфликтные вопросы. Люди обращаются с самыми разными проблемами, с которыми не могут справиться самостоятельно. Как разрешаются сложные конфликты, расскажет Хамза Нурмагомедов. Ежедневно муфтият обращаются люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Это вопросы денег, семьи и даже убийства. И именно здесь решается большинство сложных, запутанных и, на первый взгляд, нерешаемых конфликтных вопросов. В отделе примирения сейчас работают 4 правоведа, которые имеют огромный багаж знаний и опыт в решении спорных ситуаций. Отдел возглавляет Мухаммад Расул Саадуев. Все вопросы решаются коллегиально, обязательно учитывая позицию всех сторон. Больше всего проблемы возникают в результате совместных деятельностей. Будь это строительство, будь это коммерция, будь это любая совместная деятельность. И в результате неконкретности при заключении договоров между сторонами, к сожалению, возникают недоразумения. Благо, люди видят в нас, в этом отделе, такое некое определенное спасение. Почему? Потому что сами по себе или же своими силами эти конфликты обычно не разрешаются. Нужно определенное руководство, нужна инициатива, нужны четкие инструменты, которые предлагает наша религия. И исходя из этих инструментов, механизмов, нам удается эти вопросы разрешать. Отдел примирения находится в здании муфтията, рядом с центральной джума-мечетью Махачкале. Можно прийти сюда и записаться на прием или позвонить по номеру телефона, который указан на экране. Из-за наплыва обращений запись уже расписана на неделю вперед. Хотелось бы, конечно, обратиться и к имамам городов, и самим людям, что по всяким вопросам сразу же не стоит обращаться и приезжать в Махачкалу, в муфтият. Попробуйте решить эти вопросы на местах, потому что в каждом городе есть, хвала Всевышнему Аллаху, достаточно компетентные богословы, ученые, имамы. Обратитесь к авторитету местных ученых, и если, конечно, они не справятся, тогда только обращаться сюда, потому что на всю республику один наш отдел. Если все будут прямо к нам обращаться, мы физически будем не успевать. Поэтому такая вот просьба. Хамз Нурмагомедов, Халид Ахмаев, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.